Футбольный клуб «Химки» провел первую игру после зимнего перерыва. Встреча с «Воронежским факелом» прошла на домашнем стадионе «Арена Химки». С трибун игроков поддерживал и глава городского округа Дмитрий Волошин. «Химки» и «Факел» сыграли в ничью – 1-1. Первый гол забили воронежцы. Наши спортсмены сравняли счет на 38-й минуте. Следующую игру красно-черные проведут через неделю. Ждут противника из Новосибирска – ФК «Сибирь».